Сейчас я нахожусь возле ресторана Нью-Йорк Стрит Пицца. С фасада все убрано, но опять же проблема. Вот смотрите, свободный доступ, все. Но, к сожалению, тоже есть вот такие вот сосульки. Людям есть где обойти без условно. Тротуар чистый, все, вход в ресторан тоже чистый, аккуратный. Можно войти, но есть небольшой риск. Но я надеюсь, что эта проблема решаемая, она не такая уже серьезная.